Очень важным для человека является внешний облик, потому что он оказывает существенное влияние на качество жизни человека и на его социальную адаптацию. И мы уделяем большое внимание этому процессу, восстановлению внешнего облика человека. И для этого очень важно воздействовать непосредственно на кожу. Мы разработали для этой цели серию косметических средств, в состав которых входят пептиды. Самые разные пептиды. Почему разные? Потому что кожа – это очень большой орган, это самый большой орган человека, он весит больше 5 килограмм. Этот орган состоит из большого количества различных структур, то есть в составе кожи имеется своя иммунная система, своя нейроэндокринная система, каркас, состоящий из соединительно-тканных клеток и так далее. Очень много структур. И нужно воздействовать на каждую структуру. Поэтому мы создали линейку косметических средств, которая называется серия «Комплимент», в состав которой входят разные пептиды. Вот, например, крем «Комплимент» регенерирующий, мы его назвали, в его состав входят пептиды тимуса. Они способствуют восстановлению защитных функций кожи, поскольку это самая главная функция кожи. Она не должна пропускать никакие инородные агенты и осуществлять защиту организма от всяких негативных факторов среды окружающей. Этот пептид способствует стимуляции регенерации, то есть обновления клеток кожи, за счет чего возникает омолаживающий эффект. И мы наблюдаем очень хорошее явление, когда мы этот крем применяем вечером в качестве питательного крема, после того, как в течение целого дня на нашу кожу влияют всякие негативные факторы. Мы рекомендуем этот крем применять именно вечером, для того, чтобы после целого дня нахождения там, под макияжем, под действием неблагоприятных факторов окружающей среды, могли восстанавливаться клетки кожи, и это позволяет достигнуть омолаживающего эффекта. Мы взяли пептиды хрящевой ткани и добавили его в крем, который мы назвали «Комплимент укрепляющий». Почему хрящевой ткани? Потому что каждой женщине известно, что эластичность кожи, контуры лица подтянутые, зависят от продукции правильной, в нормальном правильном биоритме, продукции коллагена и эластина. А эти белки продуцируются соединительно-тканными клетками, которые входят в состав каркаса кожи. Вот этот крем, комплимент, в состав которого входит пептид хрящей, как раз таким свойством и обладает, потому что пептиды хрящей влияют на наши собственные клетки в составе каркаса кожи, которые вырабатывают коллаген. И поэтому при применении этого препарата повышается эластичность кожи, подтягиваются контуры лица, и кожа становится упругой. Это очень важно для женщин всех возрастных групп. Этот крем не имеет специальной привязки к возрасту, потому что в нем очень универсальный состав, и он может применяться женщинами всех возрастных групп. Мы его рекомендуем обычно применять днем под макияж, потому что он очень хорошо впитывается очень быстро, и на него очень удобно накладывать макияж. И в течение дня пептиды хрящей активно воздействуют на клетки соединительно-тканного каркаса и в правильном, нужном для каждой женщины режиме вырабатывают коллаген и эластин. Третий крем из этой группы – это комплимент интенсивный. В его состав входят пептиды сосудов, и, как понятно, они восстанавливают правильный, нормальный обмен в клетках сосудистых стенок, и все капилляры начинают правильно работать и правильно кровоснабжать клетки кожи. Поэтому от этого каждая женщина знает, что если правильно питаются клетки кожи, то нормализуется цвет лица, ускоряется процесс восстановления новых клеток, и таким образом мы также достигаем омолаживающего эффекта. Еще дополнительный эффект у этого крема есть, поскольку пептиды влияют на функцию капилляров,
то сосудистые сеточки, которые у многих женщин на лице присутствуют и ну, портят настроение женщинам, то вот эти сосудистые сеточки постепенно уходят, нивелируются, их становится почти не видно. И это такой крем мы рекомендуем использовать на ночь в качестве питательного крема для того, чтобы восстановить функцию капилляров. И четвертый крем, который мы назвали восстанавливающий, в его состав входит пептид эпифиза или шишковидной железы. Это пептид, который обладает самым высоким геропротекторным действием, то есть замедляющим процессы преждевременного старения, и очень высоким антиоксидантным действием, подавляющим повреждающее действие свободных радикалов, которые образуются у нас в коже при действии неблагоприятных факторов окружающей среды. Ведь кожа первой сталкивается со всеми неблагоприятными факторами, и климатическими, и психоэмоциональным стрессом, и другими факторами. И этот крем мы считаем антистрессорным, потому что всякие стрессорные факторы плохо сказываются на состоянии кожи. Мы этот крем рекомендуем применять днем под макияж, потому что он защищает клетки кожи от непосредственного действия стрессорных факторов окружающей среды. Для оптимального функционирования кожи необходимо оптимальное воздействие на все структуры, которые входят в состав кожи. Поэтому мы рекомендуем комплексное применение кремов комплимент, чтобы можно было последовательно воздействовать на каждый структурный элемент кожи. Мы рекомендуем обычно крем использовать парами. Один утром под макияж, потому что это очень удобный крем для нанесения потом макияжа. Вредные действия факторов, которые входят в состав косметики, тоже нивелируются под действием этих кремов. И затем на ночь в качестве питательных средств. И таким образом сначала одну пару, потом другую пару. И таким образом мы воздействуем на все структурные элементы кожи и восстанавливаем в целом функцию клеток кожи. Очень важно отметить, что у этих кремов не бывает отрицательного действия, не бывает привыкания к ним, не бывает синдрома отмены, как у многих синтетических косметических средств, особенно зарубежных компаний. Эти кремы абсолютно натуральные, имеют натуральный состав основы. В составе имеются пептиды, которые в норме, пока мы еще молодые, красивые, здоровые, вырабатываются нашим организмом. И когда действуют на нас какие-то стрессорные факторы, эти пептиды вырабатываются меньше. Когда мы добавляем вот этот крем-комплимент, происходит физиологическое восстановление функции кожи. Поэтому мы рекомендуем комплексно применять эти кремы, и их можно применять постоянно, не меняя в течение всего года, как при солнечном излучении повышенном, так и наоборот в зимний период. Это достаточно эффективные препараты, достаточно эффективные косметические средства для любой кожи, для любого возраста, для любого периода времени года.